Когда я начинал бизнес, рок-н-ролл был настоящим и чистым. Господин Финестре, в документах что-то не так? Я создал эту компанию с нуля. Да, теперь мы ее продаем. Это же наши мечты, тебе не понять. Я понимаю одно, Ричи. Ты под кайфом. Допустим, ну и что? HBO представляет. У вас была особая привилегия. Знакомить мир с новой музыкой. Формировать культуру. Ричи, мы обанкротимся через месяц. Мы сменим направление. Нас ждет большое будущее. Пока ты в будущем, я в настоящем пытаюсь оплатить счета. Светлое будущее уже за углом. Дядьке моему Исааку нацисты также говорили. Да уж, прямо за углом. Нам нужны свежие артисты. У меня кое-кто есть. Мне нравится. Где ты их нашла? Увидела вокалиста в метро. Симпатичный. Вот, что мне нужно. Ты хоть представляешь, в какой мы жопе? Да что с ним будет? Ничего. С ним ничего не бывает. Продюсеры Мартин Скорсезе, Мик Джаггер и Теренс Уинтер. Наше будущее целиком зависит от этой компании. Совесть грызет. Больше ничего не мог придумать? Все, больше ничего. Обещаю, мы вернемся. Покажем народу, на что способен настоящий рок-н-ролл. Винил. Смотрите с 14 января.